Финансовая система в инновационной экономике. Такой теме студенты и преподаватели кафедры финансов Полоцкого государственного университета посвятили семинар, гостями которого стали представители финансовой сферы региона, а именно Беларусьбанка, налоговой инспекции, страховой компании. Участие в семинаре приняло множество специалистов из области финансов и экономики. Среди них бывшие преподаватели и руководители предприятий, которые стояли у истоков создания кафедры финансов. Все эти люди были приглашены на семинар не случайно, ведь мероприятие было не просто посвящено актуальной для страны теме, но и десятилетию со дня образования самой кафедры. Давно мы сотрудничаем с этим университетом, мы проводим совместные у нас методологические советы, мы разрабатывали предложения по совершенствованию налогов, законодательства с участием преподавателей кафедры, с участием студентов, выпускников. Поэтому вот наша сегодняшняя, наверное, визит, цель нашего визита – это донести те, то новое законодательство, которое будет предусматривать налоговое законодательство 2012 года, ну и, конечно же, обсудить проблемы, которые у нас существуют в плане совершенствования законодательства в дальнейшем. Вы знаете, сейчас очень сложное, в то же время интересное время. Появляются новые продукты, новые услуги, которые требуют особых знаний. И чем профессиональнее, подготовленнее будет наш молодой специалист, тем успешнее этот продукт будет внедрен в жизнь, тем это все быстрее получится, и тем успешнее будет развиваться банковская система, экономика в целом. 34 потенциальных работодателя присутствовали на семинаре, в рамках которого они могли познакомиться с организацией работы кафедры и достижениями ее студентов и выпускников. Слова особой благодарности звучали в адрес нынешней заведующей кафедры, бывшей выпускницы университета Валентины Богатыревой. Александра Качан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.